27 мая в картинной галерее нашего города состоялось открытие выставки новой академической школы, которая представляет работу художников, чье дарование формировалось под влиянием традиций русской академической школы. В экспозиции выставки представлены не только работы зрелых мастеров, таких как Жиренков, Шарков-Салертинский, Соломонов, но и работы воспитанников Российской академии живописи, ваяния и зодчества, открытой в 1930 году известным живописцем и педагогом Глазуновым. Совмещение столь разных по живописному и эмоциональному строю работ не случайно. Устроители выставки попытались в пределах небольшой экспозиции представить своеобразный момент состояния новейшего академического искусства. Творчество двух авторов, Жиренкова и Шаркова-Салертинского, живописцев-реставраторов, которые в силу своих профессиональных интересов постоянно общаются с уникальными произведениями русского искусства и на первый взгляд почти не связаны с традициями академизма. Но за спиной каждого из них целая творческая биография, многолетний поиск собственного стиля, живописной системы, знание академических основ, профессиональной и интеллектуальной эрудиции и привели к подлинному творческой свободе. В пейзажах Никиты Шаркова-Салертинского легко заметить влияние композиционных приемов художников-авангардистов. Колоритное решение его работ, приглушенность цветов придают его работам камерность и напоминают лучшие образцы академической школы. Сложное колористическое сочетание синего, рубинового, коричневого, серебристых оттенков белого цвета, отсутствие диспропорции говорят о Никите Шаркове-Салертинском как о талантливом мастере, свободно пользующем академические навыки для решения творческих задач. Могу сказать, что когда как-то раз наша школьная учительница начальных классов выдала нам всем по листочку бумаги, ученикам, и мы должны были написать о своей будущей профессии, то были, естественно, разные. Ну, например, кто-то говорил, что он будет футболистом, кто-то космонавтом, кто-то еще кем-то. Я сказал, что я не знаю, кем я буду, но я знаю, что моя профессия будет связана с чем-нибудь хорошим, красивым. Будет ли это изучение, так сказать, там, наука какая-нибудь, или же что-то, вот, связанное с прекрасным. В принципе, в жизни у меня так и вышло. В какой манере вы работаете, какими красками? Ну, вы прекрасно знаете, что художественный, так сказать, мир велик и многообразен. И одну и ту же геометрическую композицию можно изобразить там, в стиле лучизма или же, так сказать, супрематизма, или же цветными, так сказать, плоскостями, или же наоборот какой-то темной линии сплошной. Естественно, что ну, обо мне, например, вернее всего, сказала газета «Франкфуртер Альгемайне» в городе Франкфурте на Майне. Она сказала, что выставка, это называется, конструированный реализм Никиты Шаркова-Салертинского. То есть это и реализм, и вместе с тем, естественно, так сказать, в него привнесено что-то, касающееся лично меня. Ну, и я так полагаю, что касающееся, так сказать, людей, которые близко ко мне думают и исследуют этот мир с помощью художественного своего жанра. У меня есть и портреты, и натюрморты. И очень люблю, естественно, пейзаж. Самый разнообразный. Центр Москвы я пишу очень давно. То есть еще со студенческих времен. Заканчивал я Московский педагогический университет, художественно-графический факультет. Вот. И в центре Москвы я живу, и поэтому, так сказать, каждый дом, связанный с историей города, я очень хорошо знаю, и очень много в центре Москвы я переписал пейзажей. Я считаю, что, так сказать, роль художника заключается в том, чтобы как-то осмыслить творение Господне и преподнести его, так сказать, в своей пластической, в своей художественной, в своей цветовой манере. Осознанное отношение к миру искусства и академическим этапам заметно также и в работах молодых художников, дипломников и выпускников. За пределами учебных классов, с уже наработанным чувством ответственности, молодые художники пишут то, к чему тянется их душа. Прекрасные картины природы передают смену эмоций и впечатлений.
Также заслуживает внимания и профессиональный поиск молодых авторов. Они ставят перед собой задачи открытия живописных эффектов, состояния свето-воздушной среды, сменах времен года, в сложной колористической насыщенности городских пейзажей. Здесь представлена ваша работа «Новодевичий монастырь». Пожалуйста, несколько слов об этой работе. Эту работу я написал на основе своих натурных этюдов, и вот это осеннее состояние, золотой осени я попытался здесь передать. То есть, и мне кажется, золото церквей и золото как бы опадающей листвы, потухающей, соответствует вообще, хорошо сочетается. То есть золото, созданное человеком, и золото природы, оно невероятно гармонирует между собой и дополняет друг друга. Вот что я думаю. И, в общем, это камерная вещь такая, она как бы создается не для того, чтобы показать что-то, а мое душевное состояние я передаю с помощью вот таких небольших пейзажей, работ. Вот, собственно, и все. Ваше общее впечатление о сегодняшней экспозиции, о сегодняшней выставке? Общее впечатление, естественно, я знаком со всеми работами, это все мои друзья, единомышленники. Мне многие работы нравятся очень, то есть я их знаю, творчество хорошо. Но вот присутствуют тоже люди, другие художники. Их творчество как бы несколько в другом русле, но я думаю, это нисколько не портит эту выставку, а наоборот дополняет своим разнообразием. Произведения молодой группы художников сближают не только схожесть живописных приемов, ведь всем им еще предстоит выработать или изобрести свой неповторимый стиль, но и общность эмоциональной окраски. Во всех картинах природы чувствуется оттенок легкой грусти, характерный для городских жителей. Нельзя не отметить и прекрасно выполненные портреты наших современников. Следуя традиционным академическим законам, молодые художники привносят в портреты свое отношение к герою, выявляют его характерные индивидуальные качества. Большая часть студийных произведений совершенно лишена идеализации, либо пафоса, столь свойственных академическим работам. Очень приятно, что в нашей галерее проходят такие интересные выставки, что эта выставка уже не первая. Но меня эта выставка поразила и удивила. Очень приятно. Своим разнообразием, своим таким творческим подходом и своим профессионализмом, что сейчас очень при нашем тяжелом времени очень редко встречается. Уровень очень хороший, и вообще выставка работает замечательно, галерея работает просто прекрасно, прекрасный зал, прекрасная галерея и постоянная смена поколений. До этого была выставка очень интересная Волкова, тоже потомственного жителя города Реутова, тоже была очень интересная. И очень приятно, что молодежь так хорошо и ярко представляет себя. Вот Кравцов Евгений, очень интересная работа, очень профессионально сделанная, совсем молодой человек. Просто удивительно профессионально, удивительно грамотно. На фоне других он так особенно не отличается, потому что все работы высокого уровня, высокого класса и вообще очень интересные, разнообразные. Вы подвели нас именно к этой картине. Почему? Просто она мне очень близка, где-то по манере письма, самой по себе, по композиции, очень цельно просто решено. И вообще очень грамотно. Довольно строгая учебная и студийная дисциплина оказывает давление на внутренний мир молодых художников. Но, с другой стороны, эта необходимая и порой рутинная строгость удерживает начинающих живописцев от творческих искушений и соблазнов. Ведь современная массовая культура заполоняет мир искусства вкусовщиной, подделками, потоками антиэстетики. Мы попросили искусствоведа Наталью Белоцерковскую рассказать нам об основных принципах художников новой академической школы. На этой выставке представлены работы выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Это новое учебное заведение, которое было сформировано только в 90-м году. Во главе его находится Илья Сергеевич Глазунов, известный живописец, педагог. Он поставил довольно смелый эксперимент. Он попытался в стенах этого учебного заведения совместить традиции Русской академической школы середины прошлого века и традиции Московской художественной школы, которая как самостоятельное направление сформировалась в русском искусстве в 1830-х годах. Трудно сказать, будет ли оправдан этот эксперимент в дальнейшем, но сейчас мы имеем возможность познакомиться с академическими постановками, выполненными в учебных студиях, и с независимыми работами, написанными молодыми художниками за стенами учебного заведения. Основное направление – это академическое направление. Основные характеристики вообще академической школы – это исход от эстетики античного мира.
То есть академическая школа формировалась в Европе в 12-13 веках, а российская академическая школа, она очень молода, прошла долгий путь развития за короткое время, всего-навсего 2,5 века. И для русской академической школы характерно уже с конца 18 века делались попытки многими русскими художниками выйти за рамки традиционного изображения. То есть это характеристики несколько помпезные, возвышенные и условные одновременно, очень оторванные от реальной жизни. В русской академической школе один из известнейших наших художников конца 18-го, начала 19 века, Орест Адамович Кипренский, уже в своих графических рисунках пытается разорвать вот эту вот связь с классическим искусством, пытается обратиться к реалиям мира, к реалиям жизни, очень часто делает великолепные натурные портреты своих современников. И именно этим он в первую очередь оставил по себе славу, именно как рисовальщик реалистического направления. Ну, по его стопам пошли многие художники первой половины XIX века. Наиболее активно демократические тенденции, то есть уход вот от этих жестких классических догм, проявился в Московской художественной школе начала 30-х годов. Во главе этой школы в то время находился Василий Андреевич Тропинин, известный, но, к сожалению, забытый русский художник, живописец, ведущий московский портретист. Василий Андреевич Тропинин в 1844 году писал портреты владельцев ткацкой фабрики Реутовской, Сергея Алексеевича Мазурина, его супруги Елизаветы, урожденной Третьяковой, и его сыновей. Александра и Петра, по-моему. Сейчас эти портреты хранятся в государственных собраниях. И вот это вот начинание, связанное с открытием выставки «Новая академическая школа», оно должно иметь свое продолжение, если мы найдем все-таки реальную поддержку у администрации города Реутова. Потому что нам хотелось бы провести совместную выставку с музеем Василия Андреевича Тропинина. Выставку современного и старого русского портрета. Дело в том, что у нас традиционно в России все художники, без исключения, даже художники-прикладники, обязательно проходят академическую выучку. У нас нет специализированных школ, в которых учат абстрактному искусству. Но, несмотря на то, что выучка как бы у всех единая и одинаковая, в дальнейшем в своем творческом развитии художники становятся либо на путь официального искусства, либо становится на свой независимый творческий путь. И именно вот в этом плане творческих новаций мы можем и пронаблюдать те перемены, которые наиболее интересны в истории академической русской школы. И вот, на мой взгляд, большая часть студентов, представленных в экспозиции, большая часть работ студентов, представленных в экспозиции, они как раз и несут в себе то живое и светлое начало, которое, возможно, в дальнейшем и станет основой русской академической школы уже в начале 21 века. Я хотела бы пожелать участникам этой выставки единения, уверенности в своих силах, своих творческих возможностях и, естественно, успехов. Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко. Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном, писал Антон Чехов. Посетив выставку художников новой академической школы, вы окунетесь в чудесный мир высокого искусства. И хочется поблагодарить всех ее участников за щедрость души и таланта и пожелать дальнейших успехов в творчестве.